Шеф-повар Максим Григорьев. Пряники немецкие. Немецкие пряники, какие они? Но если брать магазины, то точно такие же, как в России, например. Но если вы хотите попробовать домашние, то тут, конечно, много разных рецептов. Моя свекровь, например, делала на молоке и обливала сахарной глазурью. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Масло подсолнечное рафинированное 100 мл. Мука пшеничная 800 грамм. Разрыхлитель 30 грамм. Сахар 160 грамм. Сахар ванильный 15 грамм. Сахарная пудра 250 грамм рам. Сметана 200 грамм. Творог 250 грамм рам. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Приготовим такие продукты: мука, сахар, сметана, творог, яйца, разрыхлитель и ванильный сахар. Обратите внимание, что творог у нас очень жидкий. Если у вас не такой, то муки вам понадобится меньше. Шаг 2. Итак, смешаем сметану, творог, 2 желтка. Шаг 3. Добавляем сахар, вливаем масло. Все перемешиваем. Шаг 4. Добавляем постепенно муку с разрыхлителем. Разрыхлителя здесь нужно 2 пачки. Муки может уйти меньше. Замесим тесто. Шаг 5. Оставим его отдохнуть под чашкой на полчаса минимум. Шаг 6. Разделим на второй части. Раскатаем его в пласт толщиной 2 сантиметра. И небольшой рюмкой выдавливаем пряники. Шаг 7. Ставим в духовку на 20 минут при 180 си, духовку заранее разогреем. Шаг 8. У нас остались белки. Пока пекутся пряники, взбиваем их и добавляем сахарную пудру к взбитым белкам, и еще раз хорошо взобьем. Шаг 9. Пряники достаем и дадим немного остыть. Шаг 10. Теплыми макаем в глазурь и выкладываем на лист, чтобы подсохли. Шаг 11. Но это трудоемко. Можно сделать проще, и так они будут больше похожи на магазинные. Просто кладем не все в чашку с глазурью и аккуратно перемешиваем лопаткой. Круговыми движениями. Затем достаем и выкладываем на блюдо. Далее поступаем также с остальными. Вот такие будут красивые. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.